Всем здравствуйте, меня зовут Южаков Антон, и это очередной выпуск ответов на вопросы. Вопрос первый. Здравствуйте, Антон, расскажите, пожалуйста, про курс, где можно наилучше контролировать или же снизить начальные стадии гинекомастии. Например, тестостерон плюс мастерон плюс балдинон, или же просто тестостерон плюс балдинон, и в каком соотношении, пожалуйста. Спасибо за ваш труд, всего наилучшего. Спасибо вам тоже. Контролировать уровень эстрадиола не является проблемой ни на каком курсе, кроме курса с трендолоном. С нандролоном это сложнее, с балдинолом это тоже сложнее. Самые простые для контроля курсы, для контроля уровня эстрадиола, это по сути тестостерон плюс еще что-то, что не ароматизируется и не влияет, собственно, на ароматизацию. Поэтому, по сути, самый простой курс – это у нас тестостерон и мастерон. Соответственно, при курсе тестостерон-мастерон вы подбираете определенную дозировку анастрозола под дозировку тестостерона и периодически сдаете анализы и контролируете уровень эстрадиола. Соответственно, в зависимости от того, какой вы делаете эфир тестостерона, будь то короткий эфир тестостерон-пропионат или длинный эфир, там тестостерон энантат или сустанон, вам просто нужно учитывать, с какой периодичностью вы ставите инъекции, какой у вас средний уровень тестостерона в конкретный момент и подбирать конкретную дозу анастрозола. Соответственно, вот как пример, там берется тестостерон энантат, он колется там 2 раза в неделю или раз в 3-4 дня и, соответственно, пьется анастрозол через день. И в зависимости от того, сколько вы колите тестостерона энантата, там, грубо говоря, 300 в неделю или 600 в неделю, от этого корректируется дозировка анастрозола через день. Она может быть 0,5 мг через день или там 1 мг через день, или иногда пьется даже просто там 0,5 мг в день. Если вы колите нормально и у вас средний плюс-минус одинаковый уровень тестостерона и ровный фон, то, соответственно, при дозировке анастрозола через день или каждый день у вас средняя одинаковая концентрация анастрозола в крови, и ингибитор ароматазы анастрозол ингибирует ароматазу, тестостерон не превращается в эстрадиол, и эстрадиол находится на нормальных значениях. С балдинолом немножко сложнее, потому что с балдинолом может быть изначально разное соотношение тестостерона к балдинолу, потому что балдинол выступает ингибитором ароматазы. Соответственно, в данном случае вы используете в среднем 1 к 0,8, где 1 тестостерона, 0,8 балдинона. Соответственно, вы берете, к примеру, 250 тестостерона, 200 балдинона и колите их там раз в 3, 4, 5, 6 дней, в зависимости от того, сколько вы хотите суммарную недельную среднюю дозу. И потом, где-то на третьей неделе, вы сдаете первый раз эстрадиол и смотрите, если эстрадиол низкий, дозу балдинона снижаете. Если эстрадиол высокий, дозу балдинона повышаете. Тем самым, самим балдинона вы можете подбирать нужную дозировку для нормального уровня эстрадиола. Иногда, если мы не хотим делать большую дозу, к примеру, балдинона, мы можем дополнительно добавлять анастрозол. Тогда может быть, допустим, там 200 тестостерона, при этом 100 балдинона, там 1 к 5, и какая-то определенная доза анастрозола. Там четвертинка через день, треть через день, пол таблетки через день, зависит там уже от ароматизации. И то же самое, что касательно, если, допустим, у вас очень низкий уровень эстрадиола, у вас слабая ароматизация, в таком случае иногда бывает, что вы не можете делать просто большие дозы балдинона, вам приходится делать там изначально 1 к 0,5, и в таком случае как бы вы не можете просто много сделать балдинона, и тогда иногда добавляется просто мастерон, для того, чтобы в целом было как бы больше анаболического эффекта, при этом много не колоть тестостерона. Потому что балдинона априори будет мало. Там контролировать сложнее, потому что период поведения длинный, что у энантата, что у балдинона. И, соответственно, вы не можете быстро корректировать дозы. Если вы увидели, что сегодня низкий эстрадиол, вы поменяли соотношение доз тестостерона к балдинону, вам надо несколько недель ждать, чтобы проверить корректность той дозы, которую вы сделали.
В этом как бы основная сложность, и плюс основная сложность еще в том, что если вы изначальное соотношение не знаете, можете поставить там 300 тестостерона, 600 балдинона, то, скорее всего, вы вообще не увидите когда-то какой-либо нормальный уровень эстрадиола. Вам надо будет очень долго, медленно снижать дозы, пока вы поймете, что вы переборщили очень сильно с балдинона. В общем, такие ошибки часто люди делали раньше, когда не следили за анализом и первый раз их сдавали, видели, что у них такая вот ситуация. Поэтому вот примерно вот такого соотношения вы отталкиваетесь, и потом можете либо балдиноном контролировать, либо если видите, что высокий эстрадиол, вы можете немножко добавлять анастрозола, просто для того, чтобы быстрее скорректировать уровень эстрадиола. Следующая сложная связка – это тестостерон с нандролоном. В данном случае проблема заключается в том, что нандролон превращается в эстрадиол без ароматизации, без фермента ароматазы. Соответственно, мы не можем снизить ароматизацию нандролона. Поэтому мы снижаем, по сути, ароматизацию тестостерона. Основной эстрадиол у нас идет с нандролона. Это, скажем так, адекватно при больших дозах нандролона, типа 300-400 в неделю. Если вы используете очень мало нандролона, типа 100, в таком случае он не сильно влияет на ароматизацию, точнее на уровень эстрадиола, и вам надо просто ингибировать ароматизацию тестостерона не полностью, а частично, чуть-чуть больше, чем без нандролона. Ну, грубо говоря, так вы пили там четвертинку через день, так вы пьете одну треть через день анастрозола. В общем, минимально увеличиваете дозу. И чаще всего этого достаточно. При больших дозировках нандролона, ну, есть риски того, что эстрадиол просто будет достаточно высокий, сколько бы вы анастрозола не пили, но это уже очень большие дозы, типа там 500-600 нандролона в неделю. Поэтому единственная проблема контроля эстрадиола – это, по сути, только тренбалон. Потому что тренбалон на анализах смотрится как эстрадиол, мы просто вообще изначально не понимаем, какой уровень эстрадиола. Мы видим его всегда высоким, сколько бы ни пили анастрозола. Даже если мы сбиваем эстрадиол в ноль, все равно очень высокий уровень эстрадиола, потому что это не эстрадиол, а тренбалон. И в таком случае надо либо изначально знать соотношение дозы тестостерона к анастрозолу. В общем, это не первый ваш опыт должен быть. И вы знаете, что вы пьете, к примеру, там, на 500 тестостерона в неделю 1 мг через день анастрозола, эстрадиол у вас в норме. И на протяжении всего курса вы его пьете, а поверх колите тренбалон, и по анализам просто всегда огромный эстрадиол. Но по факту он нормальный. Это вот такая вот сложность с тренбалоном. Со всеми другими комбинациями, в принципе, не сложно. Есть еще проблема с метаном, он тоже ароматизируется. Ну, здесь, по сути, вы просто то же самое, как с тем же, к примеру, нандролоном. Вы просто увеличиваете дозировку анастрозола относительно тестостерона в своих как бы изначальных значениях. Если вы добавляете метан, то, соответственно, вместе с ним вы добавляете больше дозу анастрозола. Вот и все. Но в этом нет особого смысла, поэтому проще просто вместо метана взять туринабол, получите тот же эффект без ароматизации. Поэтому метан не очень хороший вообще в целом вариант, потому что это 17-альфа-алькилированный стероид, который имеет токсический эффект на печень. Гепатотоксичность очень высокая. В маленьких дозах малоэффективен, в больших дозах эффективен, но имеем токсический эффект на печень, поэтому я не сторонник использовать вообще таблетированные стероиды, ну, в больших дозах, скажем так. Вопрос второй. Здравствуйте, Антон. Вопрос следующий. Если, будучи на своем тестостероне, антиэстрогены работают, так как они блокируют рецепторы эстрогенов? Когда, почему на курсе эта же схема не работает? Если, опять же, идет речь о блокировке эстрогеновых рецепторов. Благодарю заранее за ответ. Значит, блокировать эстрогеновые рецепторы мы можем для двух задач. Задача первая. Для того, чтобы по принципу отрицательной обратной связи поднять уровень ГНРГ. ГНРГ – это гормон гипоталамуса, что вследствие повышает ЛГ, вследствие повышает тестостерон. Мы это делаем для терапии по повышению тестостерона. И мы это делаем на послекурсовой терапии, чтобы быстрее восстановить секрецию собственного тестостерона. Вторая задача. Мы можем блокировать, собственно, уровень, блокировать рецепторы для того, чтобы
избежать побочного эффекта повышенного эстрадиола, но это неэффективно, нецелесообразно. Проще блокировать фермент ароматазу и предотвращать повышение эстрадиола, потому что мы его четко можем отследить по анализам. А отследить, насколько мы заблокировали рецептор, мы не можем. Поэтому антиэстрогены, по сути, в данном случае эффективны, но непонятна их эффективность. И плюс мы можем блокировать рецепторы для лечения гинекомастии. И, соответственно, в таком случае мы можем использовать тамоксифен как препарат для лечения гинекомастии на курсе. Если же мы говорим про клонифен, то это будет бесполезно, потому что по принципу отрицательной обратной связи, чтобы поднялся ГНРГ и поднялся лютеинизирующий гормон, нам в любом случае надо, чтобы уровень тестостерона был не очень высокий, потому что помимо эстрадиола тестостерон тоже на это влияет. Если мы поставим инъекционный тестостерон, сделаем большой уровень собственного тестостерона и заблокируем рецепторы, в любом случае ЛГ все равно упадет. Сколько бы мы ни пили антиэстрогенов, ЛГ будет 0. Поэтому на курсе, по сути, это делать неэффективно, потому что это все равно не сработает. Вопрос следующий. Если подобрал дозировку анастрозола 0,5 мг через день на длинных эфирах 250 мг энантата раз в 6 дней с более-менее ровным фоном, то как ее менять при переходе на выход с курса на короткие эфиры 100 мг через день? Какая разница в ароматизации коротких и длинных эфиров и как подстраивать дозировку ингибитора ароматазы? В какой момент после инъекции коротких эфиров сдавать кровь на эстрадиол? Значит, как бы, если вы используете такую же дозировку тестостерона, каким бы эфиром вы ни использовали, у вас будет примерно одинаковая ароматизация. Только есть одна разница. Разница заключается в том, что когда вы колите, допустим, длинные эфиры, у вас на второй день будет уровень выше, чем на шестой день. Однозначно. С пропионатом то же самое. Только здесь уровень на первый день больше, чем на второй день. Дозировка, она одинаковая. Если у вас было, грубо говоря, 250, это получается 275 мг в неделю. В таком случае, грубо говоря, 0,5 ваши были адекватные. Тогда, если вы будете колоть столько же пропионата, то доза анастрозола тоже будет адекватная, 0,5. Но если вы будете колоть 100 мг через день, то вам априори надо больше дозу. Допустим, не 0,5, там, а 0,66, это 2 треть таблетки. Плюс надо учитывать, что если вы просто колите короткие эфиры, это один уровень тестостерона. Но если вы начинаете их колоть сразу же после длинных эфиров, они фонят поверх длинных эфиров. И уровень тестостерона будет больше, чем если бы вы просто кололи. Поэтому, возможно, на первую там, неделю-полторы вам надо будет делать вообще 0,75 мг, а то может быть и даже 1 мг. На какой день сдать? Сдается на второй день. Вы сегодня колите тестостерон и сразу же выпиваете анастрозол. У тестостерона пропионата с анастрозолом примерно похожий период поведения. Вы делаете инъекцию, выпиваете анастрозол, на следующий день сдаете и смотрите, какой у вас уровень тестостерона и эстрадиола. Тестостерон высокий, плюс-минус, значит, препараты работают, эстрадиол нормальный, значит, доза адекватная. Если уровень эстрадиола низкий, дозу уменьшаете. Если уровень эстрадиола высокий, просто дозу увеличиваете. Вот примерно таким образом. Можно сдать и, там, допустим, раньше, в день инъекции. Но в день инъекции особо не получится, потому что вы сдаете всегда утром. Получится, что в любом случае инъекция была вчера. Через день сдавать особого смысла нет, потому что сильно уже может упасть тестостерон. И в таком случае может... Вы не всегда поймете, работает ли препарат. По дозе анастрозола вы сможете ее корректно подобрать. Там эстрадиол будет невысокий и нормальный. Если он будет низкий, то тоже надо дозу корректировать. Если высокий, то повышать. Если низкий, то понижать. Но вы не поймете, работает ли точно тестостерон. И иногда бывает, что у вас просто будет плохой тестостерон. У вас будет там каких-то 20 наномоль, и эти 20 наномоль могут быть как от фонящего длинного эфира все еще, так и от того, что у вас не работает препарат. И вы не поймете, или проблема, собственно, с тестостероном пропионатом,
Или ее нету? И эстрадиол почему у вас низкий? Потому что вы некорректно подобрали дозу? Или потому что у вас тестостерон не работает, а фонит еще длинные эфиры, и доза бы теоретически была бы подобрана нормально, но не работает препарат? Это уже такие, скажем так, определенные нюансы. Вопрос следующий. Здравствуйте, Антон. Если гормон роста ставить вечером, то за сколько часов можно не кушать? И если гормон роста ставить утром, то через какое время можно кушать? Значит, в целом все это очень сильно важно в двух случаях. Случай первый. Это если вы ставите большие дозы. Большие дозы – это там больше 3 единиц, типа 5. Это уже большая доза, которая может значительно повлиять на инсулин. Если же у вас доза небольшая, то вот эти правила относительно еды уже не столь важны. Если вы ставите там по 2 единицы через день, то можно сильно по этому поводу не переживать. Вторая ситуация – это если у вас в целом есть инсулинорезистентность. И, к примеру, вы при начале приема гормона роста у вас уже был инсулин в районе 10. И вы начали гормон роста, начали метформин. Для того, чтобы не усугубить инсулинорезистентность, тогда вам все-таки желательно соблюдать вот эти правила относительно еды. Если же вам эти правила соблюдать нужно, тогда лучше всего вам не есть где-то от 40 минут до часу после инъекции и, соответственно, хотя бы за 2-3 часа до инъекции. И тоже за 2-3 часа еще зависит от того, что вы там вообще ели. Если вы поели что-то сладкое, то по сути оно там и через час-два уже будет нормальный уровень инсулина и глюкозы. Если вы ели какие-то медленные углеводы и много их, то может быть и 3-4 часа быть более повышенный уровень инсулина и глюкозы. Поэтому все-таки более оптимальная схема – это колоть утром и потом уже завтракать какими-то медленными углеводами. Это самый оптимальный вариант. Потому что, когда вы колите утром, вы всю ночь не ели, у вас в любом случае низкий инсулин и низкая глюкоза. Вопрос следующий. Почему, если мы говорим про бодибилдинг, используется только ультракороткий инсулин, все почему-то игнорируют инсулин более длительного действия? Значит, надо понимать, зачем вообще нужен инсулин в бодибилдинге и для лечения диабета. Диабет инсулинозависимый, когда уровень инсулина у человека может быть низкий, и у него поджелудочная железа его не выделяет. Соответственно, человек колет инсулин для того, чтобы контролировать уровень сахара в крови. И для того, чтобы не колоться по 5 раз, если он 5 раз ест, а есть при, скажем так, диабете лучше чаще, маленьким количеством. Поэтому будет сложно контролировать это все. Проще поставить длинный инсулин, который будет постоянно работать и не приводить к сильным скачкам глюкозы. Если же человек здоров и у него нормально работает поджелудочная железа, то инъекционный инсулин длительного действия может привести к так называемой гипогликемической коме. Это когда уровень сахара падает настолько сильно, что человек может упасть в кому. В естественной работе организма это практически невозможно, потому что у нас выделяется инсулин, выделяется глюкагон. Когда сахар снижается, инсулин не выделяется, выделяется глюкагон, разрушается гликоген в печени, попадает в кровь глюкоза, и уровень сахара всегда контролируется в норме. Если же вы поставите инсулин длительного действия, а у вас нет инсулинорезистентности, у вас хорошо работает организм, то может быть очень сильно повысится уровень инсулина в крови, он начнет загонять глюкозу в клетки, а глюкагон не сможет выделиться в том количестве, чтобы расщепить глюкозу и был нормальный уровень глюкозы в крови. Соответственно, это приведет к тому, что у вас уровень сахара упадет, и вы можете упасть в гипогликемическую кому. Это первое. Второе, ну это очень маленький шанс этого, но в целом такое возможно. Значит, второе, почему не колется? Потому что нам не нужен постоянно повышенный уровень инсулина. Нам важно повысить уровень инсулина непосредственно на какой-то промежуток времени после того, как вы поели. Для того, чтобы, когда у вас будут расщепляться белки, жиры, углеводы, когда у вас поднимется уровень в крови,
в том числе глюкозы, так и аминокислот. Инсулин в данном случае будет работать как анаболическое вещество, которое будет улучшать проницаемость мембран клеток, и те углеводы, собственно, так, глюкоза и те аминокислоты, которые у вас попадут с пищей в кровоток, они будут более эффективно заходить внутрь клеток. И, соответственно, внутри клеток у вас уже будет лучше работать анаболизм, быстрее восстанавливаться гликоген и быстрее синтезироваться тот же белок, потому что, к примеру, вы там поставили тестостерон, анаболические процессы запустились, а аминокислот строительного материала не так и много. Поэтому мы еще дополнительно восполняем запасы аминокислот в клетке, от этого лучше происходит синтез белка, быстрее восстановление и тому подобное. Используется это обычно либо в бодибилдинге, либо в других видах спорта, где нужно очень быстро восполнить уровень гликогена. Поэтому это может быть, к примеру, как бодибилдинг с тренировками раз в день там, или два раза в день, так и это очень эффективно в аэробных видах спорта, когда у вас идет две тренировки в день. Вы, допустим, проснулись, потренировались, а следующая тренировка у вас через 3-4 часа. Потому что иногда бывает 2, иногда даже 3 тренировки. Вы наелись хорошенько, поставили инсулин и пошли спать. Соответственно, ну, кто там рекомендует, что после инсулина не надо ложиться спать, то это если вы его ставите очень много, типа по 30, по 40 единиц. Если вы ставите небольшое количество, там 5, 6, 7 единиц, ничего с вами не случится, в гипогликемическую кому вы не упадете, если вы при этом очень много поели. Вы очень много поели, поставили инсулин и пошли спать. В это время у вас как раз работает хорошо парасимпатическая нервная система, все там хорошенько переваривается, попадает у вас в клетки, формируется гликоген, восстанавливаются мышцы, вы проснулись там, поспали 3 часика, проснулись и пошли на следующую тренировку. И на следующую тренировку вы можете сделать практически так же эффективно, как и первую. Потому что если вы не поспите, хорошо не поедите, не восстановите уровень гликогена, то вы банально на второй тренировке не сможете сделать большой тренировочный объем, как на первой. И, соответственно, не будет такого сильного прогресса. Вот именно в таком случае используется инсулин как допинг. Либо это используется в том же бодибилдинге, в том же пауэрлифтинге это все используется для того, чтобы просто ускорить в целом восстановление после большого тренировочного объема. Вот, в принципе, так работает, именно поэтому работаем непосредственно именно ультракоротким инсулином. Вопрос следующий. Антон, спасибо за ваш труд, вам спасибо. Вопрос о метформине. Можно ли его использовать разово для сокращения всасывания глюкозы и сахара при большом их употреблении? Например, сейчас сезон дыни и арбузов, и как ты относишься к нему в целом, как к препарату для избавления от жира? Если хорошо, то как использовать и с чем комбинировать? Значит, объясняю. Разовое использование метформина может быть эффективным, но это, скажем так, абсолютно не нужно делать, если у вас нет никаких проблем. Если у вас нет никаких проблем, то вот это вот повышение разового инсулина не приведет к каким-то существенным проблемам. Вы можете сдать уровень инсулина натощак, посмотреть гликализированный гемоглобин. Если он нормальный, инсулин нормальный, то то, что вы разово наедитесь углеводом, никакого особого вреда вам не принесет. Если вы это будете делать регулярно, годами на постоянной основе, тогда вы заработаете инсулинорезистентность. Но разово это очень сложно сделать. Теоретически, вот то, что вы описываете, это может сработать, но это такой геморрой. Ну, типа, вы будете ходить с собой, носить таблетки метформина, и когда вы поедите много чего-то сладкого, вы в этот момент будете его пить. Ну, типа, это все сработает, но очень сложно. Поэтому проще в целом наблюдать за уровнем глюкозы и инсулина. Что касательно того, как я отношусь к метформину, очень положительно, я на нем много уже лет, года 2 или 3, пью его постоянно. Значит, как он работает для избавления от жира? Никак. Потому что это препарат для решения узких задач. В основном это связанных с инсулинорезистентностью. Инсулинорезистентность, она коррелирует, скажем так, с тем,
какой у вас процент жира, и коррелирует в первую очередь с вашим питанием. Если у вас нормальный уровень инсулина, нормальный уровень глюкозы, но у вас есть какой-то лишний вес, вот у вас там 15% жира, вы хотите просушиться до 10%, то метформин может вам сбить только аппетит, и за счет этого вам будет легче сушиться. Но как препарат, который будет вам как-то помогать жиросжиганию, он не сработает. Это препарат не для этого. Это препарат в первую очередь для улучшения чувствительности клеток к инсулину и препарат для контроля уровня глюкозы и инсулина. Если у вас глюкоза и инсулин нормальные, то этот препарат вам, по сути, особо не нужен. Все препараты так, от диабета, инсулинорезистентности, которые используются для похудения, они, по сути, сбивают аппетит, вы меньше едите, и вам легче контролировать диету. Это все. Никакого, скажем так, эффекта, что вот сейчас начнется больше липолиз, жиры начнут включаться в энергообеспечение, или у вас увеличится метаболизм, энерготраты, это не так работает, и поэтому они в этом плане не особо эффективны. Тот же Оземпик, на котором там сидит, скажем так, большая часть людей, которые эффективно и быстро худеют, весь эффект происходит только за счет подавления аппетита. Никаких больше энерготрат у вас не будет. Вы просто их меньше потребляете, поэтому вы худеете. А если вы их потребляете в нормальном количестве, то скидывать лишний вес вы не будете. Поэтому в целом всегда все строится через баланс энерготрат и потребление калорий. Если вы потребляете калорий много, в любом случае худеть вы не будете. Если вы их потребляете мало, в любом случае вы будете скидывать лишнее. Поэтому есть препараты, которые помогают контролировать вот это вот питание. Это я имею в виду, если вы здоровый человек, если у вас нет там инсулинорезистентности, гипотиреоза, дефицита тестостерона. Если организм работает нормально, то эти препараты, как лекарственное средство, вам могут помогать только за счет подавления аппетита. Аппетит можно подавлять многими препаратами, поэтому в некоторых случаях, если вы понимаете, что вы не справляетесь физически, и это вам поможет, это можно делать. Лучше все-таки стараться справляться просто питанием. Дробно питаться, потреблять большее количество клетчатки, большее количество полноценного белка, и при грамотном построении питания вам нет необходимости использовать препараты для подавления аппетита. Вот, собственно, такое мое мнение. Следующий вопрос. Значит, здравствуйте. Дексаметазон влияет ли на падение тестостерона? Дексаметазон – это синтетический гормон, по сути, аналог гормонов коры надпочечника. Он обладает разными абсолютно эффектами, начиная от уменьшение, скажем так, катаболических процессов, он уменьшает воспаление, он может работать как препарат, который уменьшает проявление аллергии, плюс он может увеличивать количество глюкозы в крови, стимулировать выброс гликогена, расщепление, повышать уровень глюкозы в крови. С тестостероном он никак не коррелирует, поэтому если вы используете дексаметазон, на тестостерон это не повлияет. Сам по себе дексаметазон, он не очень вредный при разовых небольших дозах. При длительном приеме могут возникать побочные эффекты, связанные с работой суставно-связочного аппарата. С одной стороны, можно лечить проблемы с суставно-связочным аппаратом. С другой стороны, если его использовать часто, использовать как допинг для уменьшения катаболизма, это может привести к ухудшению плотности костной, хрящевой ткани и ткани сухожилий и связок, и может возникать травмы. Чаще всего он используется, если уже есть какая-то травма, для того, чтобы снять воспаление. И очень часто бывает, что люди травмируются, потому что у него есть еще и обезболивающий эффект. Вот что-то болит, поставили дексаметазон, воспаление сняли, как бы ничего не болит, чувствуете себя хорошо, пошли на тренировку и порвали полностью. Поэтому если используется дексаметазон, то поставили инъекцию и тренируйтесь очень-очень легко. Дексаметазон просто снимет воспаление, быстрее начнется восстановление. Но он не будет способствовать более быстрому восстановлению, потому что анаболического эффекта у него нет. Он не может ускорить синтез там, хрящевой ткани, мышечной ткани и тому подобное. Он просто снимает воспаление.
Ускорить синтез может тестостерон, может гормон роста, но не гормоны коры надпочечников. Всем спасибо за просмотр. Кому понравилось видео, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Кого интересуют мои консультации, можете ко мне обращаться. Как со мной связаться, есть в описании к видео. Всем спасибо за просмотр. До свидания.